Всем привет, мои секретики, и вы с моим каналом Секрет Тока. И сегодня у нас пятница, а значит пришло время выпускать новое обустройство. Но обустраивать мы с вами будем такую как бы аптеку, но тут еще будет небольшая такая комнатка. В общем, все потом поймете. Но я вам желаю всем приятного просмотра, но мы не будем затягивать и уже поскорее начнем. Сразу говорю, что идею как самого видео, так и обустройства вы брать можете. Давайте, как обычно, поговорим сначала про наш домик, про наше самообустройство, но потом, если останется время, то на какие-то отвлеченные темы. Во-первых, конечно же, вам напоминаю о своих каналах Яндекс.Дзен и Рутуб, чтобы с вами вдруг при каких-то сложных обстоятельствах не потерять связь, то обязательно переходите и подписывайтесь. Ссылочку я оставлю в закрепленном комментарии. Но также у меня есть телеграм-канал, в котором я провожу разные викторины, опросы и делюсь с вами той информации, которой, возможно, нет на Ютубе. Также уже в Яндекс.Дзен вышла вторая часть, точнее продолжение 24 часа «Живу на 100 токенов». Так что, кто еще не видел, то обязательно переходите и смотрите. Но также в скором времени, возможно, проведу там на платформе Яндекс.Дзен трансляцию. Поэтому мы переходим к другой теме, а точнее к обустройству. Значит, на этот раз я обустраивала в четырехкомнатном домике, а точнее в бесплатном, да, наш любимый. Ну и расскажу вам небольшую планировку наших комнат. Значит, начнем с самой маленькой. Там у нас будет находиться склад. Ну, а потом в следующей комнате у нас сам вход в аптеку. То есть, по сути, главная комната такая центральная, где можно приобрести таблетки, сиропы, все лекарства, которые вам нужны. На самом деле, было довольно очень сложно найти их потом, после того, как закончились у меня таблетки из больницы, потому что их достаточно мало в Токе, и их не хватило на все стеллажи. Поэтому мне пришлось искать что-то находить в креаторе, хотя бы похожее примерно. Ну и все-таки думаю, что получилось неплохо. Думаю, на девяточку или на восьмерочку из 10 хотя бы вытянула. В общем, следующая комната у нас является коридор, зал ожидания, где можно подождать свою очередь в кабинет для осмотра. То есть здесь есть кабинет, где вас могут осмотреть. То есть, например, если вы не знаете, что вам купить, да, лучше посоветовать или еще что-нибудь, ну, просто приболели, да, и что-то у вас непонятно творится, вы можете прийти, вас там осмотрят и посоветуют какие-то таблетки. На самом деле это очень удобно, потому что ты сразу уходишь, тут покупаешь и уходишь домой. То есть, если даже такое в реальной жизни есть здание подобное, то я считаю, что это даже очень круто и удобно. Ну и вот у нас и получилось всего 4 комнаты. В принципе, больше говорить-то нечего. На самом деле, я не сильно долго потратила времени на это обустройство снова же, потому что я уже знала заранее, как хочу все обустроить. Но вот на то, чтобы найти вещи, я потратила многовато времени. Поэтому в любом обустройстве нету ничего легкого. Вот поверьте, что-нибудь да найдется. Ну теперь, я думаю, оставшиеся сколько, 4-5 минут можно поговорить и на отвлеченной темке. Потому что, в принципе, тут вот что объяснять. Ну, я поставлю раковину и буду раскладывать все вещи по комнатам, искать, куда их положить. Мне даже проскакивала такая мысль, чтобы сделать еще даже больницу. То есть не аптеку, а больницу именно. Но я все-таки передумала, потому что там нужны же какие-то аппараты и так далее. Этого всего в креаторе нету. Поэтому это было бы, я считаю, невозможно. Тем более локация больницы у нас есть. Зачем ее повторять, собственно? Ну и первое, что бы я вам хотела спросить у вас. Вам нужно ли снять какое-нибудь видео про VPN? Дело в том, что на самом деле очень страшная ситуация, да, что может все резко, допустим, отключиться и так далее. И поэтому я не знаю, готовы ли вы к этому, чтобы, если что, включить VPN, да, как это сейчас происходит с Инстаграмом, и спокойно все смотреть. Напишите, пожалуйста, в комментариях, нужен ли вам туториал, потому что мало ли кто-нибудь не знает, что это вообще такое, и так далее. Если что, я обязательно сниму для вас какой-нибудь туториальчик. Ну а вторая новость, что нам уже осталось меньше 1000 до 200 000. Это просто невероятно, я честно не верю своим глазам. Потому что вот недавно только у меня стукнуло 100 000, и уже 200 000. Это просто нереально. Спасибо огромное, что
Подписывайтесь на меня, смотрите меня, лайкайте, комментируйте. Всю эту активность, все ваши комментарии я, конечно же, замечаю. И мне очень тепло на душе, когда кто-то мне пишет такие приятности, что твои видео крутые, или даже что ты лучше. Это уже придает какую-то мотивацию продолжать снимать. И, конечно же, появляется вдохновение на новые идеи и новые цели. Поэтому спасибо еще раз, что вы со мной. Я, конечно же, с вами. Очень сильно вас люблю, целую и крепко-крепко обнимаю вас. Еще раз огромное спасибо за уже 199 тысяч. Где-то осенью или в декабре месяце, я не помню, но на тот момент у меня уже было 100 тысяч. Мне написала одна девочка комментарий, что давай ты на 200 тысяч переедешь в двухэтажный особняк. Да, и на самом деле я сохранила этот комментарий, прямо его соскринила, и недавно в телеграм-канале я его опубликовала и такая, ну что, буду ли я переезжать? И, в общем, я решаюсь пока что, что, скорее всего, перееду, но вы можете написать свое мнение в комментариях, как вы считаете, переезжать мне или нет, потому что, когда только вышло это обновление в прошлом году, очень многие просто мне писали, что Силия, переедь в двухэтажный особняк, там так круто. Ну, в общем, очень многие просили, и я никак не соглашалась, потому что я считала, что это слишком для меня большой дом, мне там слишком много места, мне и в радужном домике хорошо. А сейчас я подумала и решила, что можно ведь попробовать. Поэтому мне интересно узнать ваше мнение, и пишите об этом в комментариях. Но также у меня для вас есть еще одна новость, и она, ну, для кого-то, надеюсь, хорошее, для большинства. Это то, что на мой лайв-канал, скорее всего, выйдет новое видео в скором времени, так как я еще одну сняла и одно уже загрузила, то есть смонтировала. Ну и также на Roblox-аккаунт я тоже загрузила видео, пока что в ограниченном еще доступе, правда. Но просто мне нужно сделать обложку, а как бы я еще ее не делала, но тоже постараюсь скоро его выпустить. Так что, кто еще не подписался на мои вот эти два канала, то ссылочка будет в разделе о канале, переходите там и подписывайтесь. Ну, если кому-то надо, то могу оставить ссылочку в описании, или же просто ответьте на ваш комментарий этой ссылкой. Так что пишите, кому надо. Могу закрепить этот комментарий, хотя, скорее всего, два комментария я не закреплю уже. И вот рабочая неделя уже сегодня подходит к концу, как и наше видео тоже начинает подходить к концу. Но мы с вами обязательно увидимся в следующем обустройстве и поговорим, обсудим все новости за неделю. Ну а на этом сегодня все, сейчас вы увидите результат мой обустройства. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. И пишите свою оценку в комментариях. Всем пока-пока!